Значит, лигатуры соединяются в характерные части знака. Значит, лигатуры соединяются в характерные части знака. Лигатуры — это консонантные кластеры. То есть у нас соединяются два согласно. Характерные части согласно. Да, характерные части знака. Ну, в данном случае графического знака. А на фонетическом уровне это согласно именно. Первый подраздел первого раздела – горизонтальные. Слева направо. У правого согласного, будет только характерная часть. Второй со всеми традиционными элементами. Это сокращайте просто, чтобы не писать полностью. Нта. N плюс там дает N там. Ска. S плюс К равно СКА. Дахама. Тя. Тя. Уже три. Да. Т плюс С плюс. То есть ты здесь сохраняет все, да? Нет, я ошибся. Т сохраняет только характерную часть. Я сохраняю все. Yes. Так, как там надо? Наезд на наезд на наезд. При соединении трех и более согласных в одном слоге, при соединении трех и более согласных в одном слоге пользуются только горизонтальные. Горизонтальные, которые. Но графические знаки первого согласного берутся полностью в дма. Дальше идет перечисление именно в конкретных случаях. Да. Дома.
Дья. Кма. Видно, да? По диагонали. Дья. Пытаюсь понять. Это Д. Д. Е. Одна завитушка, это Д. Вторая идет. Как ее Дга потом отличить? Ну, это более широкая. Более жирная. По высоте она занимает больше пространства. Кма. Кья. Здесь нечему смущать. Там следующее после Кья. Вторая подгруппа. Это была первая подгруппа. Горизонтальные, да? Да. Значит, вторая. Вертикальные. Вертикальная лигатура читается сверху вниз. На. Или. Видно? Сейчас. То есть вторая идет как R вниз. Как R, но все-таки не настолько у кого-то. R идет ровно 45. К нам. Или. Дохна.
тахна. Мба. Что-то я не поняла. М и внизу получается ниже, соответственно, ну, вертикальная, конечно. Ага. Все логично. Ла. Широкие получаются наскальные рисунки такие. Иероглифы. Шла. Н с макроном пишет плюс согласные первые варги. Согласные первые варги. Это чаварга. Чаварга. Да, это чаварга. Согласные первые варги. Дают. Интересные лигатуры. Как там? Нка. То есть уже выходит за строчкой. Понятно, да? Эти вписывались в квадрат. Это уже не квадрат, это уже два квадрата. Полтора квадрата. Нкха. В эпиграфии сохраняют все свои части. Да. Только вторая минимизирована, масштабирована, где-то половина ее обычного размера. Нга. Нга. Собственно, вы уже сами знаете, как она пишется. Догадываюсь. Да. Га. Га. Н с тильдой. Плюс согласные второй варги. Анга нет, да? Не бывает. С первой варги там вообще. Нет, у нас есть определенные возможности сочетаемости. Комбинаторы не бесконечны. То есть не я, да? Да. Вторая это у нас чаварга. Это была каварга, а это чаварга. Нча. Нча. Н?
Чем? А здесь, получается, вписываются они в одну клетку, да? Да. Обе зажимаются. Это вот двухэтажные плохо вписываются, а вот эти вполне. Но у них и характерные элементы небольшие. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.